хорошей дороги. Технику безопасности обязательно соблюдаем. Да, все. И все обратно возвращаемся. С праздником всех! Ура! Погнали! Вот наши лидеры. Вы что, через магазин, что ли? Тяжело? Ничего. Да-да-да, у тебя сладенько. Сейчас скоро кинет, не переживай. Самое главное, манометр. Как, не тяжело? Нормально. Все, уже почти финиш. Уже почти финиш. Вадим Вадимович, что-то вы уставший. Ну, что, утро не задалось? Я притворяюсь. Отлично. В свои 15 лет. Лето, рождённый 70-го года, чуть-чуть хорошо. Надо переходить на свое производство. Машины делать умеем. Ну а что? Ну, пора еще велосипеды вообще собирать. Велик крутим, правильно? Да. Я тут просто ел все медленно, сразу ТО успеваем делать. Да, Алексей? Ну хоть посмотри, как ты в очках смотришься великолепно. Ничего, охота позабористей трассу-то? Ну охота, да, в прошлом году хорошо, что было две. Да, посложнее, по-моему. Ну осенью-то организуем их позабористей. Да? Со всеми делами. Да. Валентин, ты насчет как позабористей трассу? Только за? Молодец. Это что, Света, давай крути педали. Володя, молодец. Вот так вот, люби, катайся. Люби, катайся, да? Такой вот у нас велопробег. Все идут пешком. Масса, ты мало ешь. Масса нужна, масса. Давай, давай, давай. Молодец. Молодец. У тебя получилось, Толик. Так, тормоза отпустили, отпустили. Максим, тормоза отпустили, отпустили тормоза. Конечно, убирай тормоза, убирай. А ну давай побыстрее, побыстрее, давай, давай. Чтоб меня от ветра качал. Леха, тормоза передние не включай. Михаил, тоже убирай тормоза все. То ли как дыхание после подъема? Володя, тоже убирай тормоза. Давай, давай. Виталя, молодец. Только сильно не бейте, сильно не бейте. Yeah.
догонишь. Их не догонишь. Следующих поймают, привезут всех. Тяжело было, конечно. Потому что вроде как и бросить жалко, с другой стороны, оставаться так неохота с ним. Поэтому пришлось вот так вот подтормаживать немножко. Класс. Колесо проснули. Доехали. Живы, здоровы. Главное. Мы там еще в горочку заехали, к этой, к вышке противопожарной. Коллектив собрался большой, все-таки лето, есть лето, осенью, ну, дети. Осенью тоже поедем. Да, трасса замечательная, погода замечательная, у всех великолепное настроение, все получили заряд энергии, отвлеклись маленько от работы, вот. Ну, компания «Урал Спецтранс» спорт развивается, мы принимаем участие уже во всех соревнованиях города. Молодцы.